Товарищ начальник управления образования, личный состав учебных сборов 10 классов. К отъезду построен количество 115 человек. Начальник штаба учебных сборов, старший лейтенант Работин. Здравствуйте, товарищи курсанты. Здравствуйте! В этом году учебные сборы для учащихся 10 классов проходят в знаменательный год, год 70-летия Победы. Я желаю вам успешно освоить программу сборов, получить новые знания, навыки, умения, окрепнуть физически, морально. И надеюсь, что вы получите все те необходимые практические знания, которые положено получить по программе для того, чтобы завершить обучение в 11 классе. Ну и в дальнейшем достойно пройти службу в вооруженных силах Российской Федерации, быть достойными гражданами Российской Федерации и не давать повода для того, чтобы мы потом чувствовали себя виноватыми в том, что не дали вам каких-то знаний, чему-то вас не научили. Весь состав командиров ответственных готов к проведению сборов. Разработана программа, которая включает весь комплекс мероприятий, необходимых для обучения. Я желаю руководителям успешно отработать, и будем встречать вас 31 августа на мемориале у Вечного огня по окончании сборов, где будем подводить итоги, отмечать лучших, благодарить за прохождение сборов.